Построить игровую площадку, организовать парковку или провести освещение во дворе. Более 7 лет идеи жителей ежегодно получают финансовую поддержку для реализации таких проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. Но это еще не все. В Твери работает еще одна программа для активных инициативных проектов. Подробности далее. Жильцы дома номер 62, корпус 1 по улице Можайского уже несколько раз участвовали в программе поддержки местных инициатив. За это время они установили во дворе игровой комплекс, сделали баскетбольную и спортивную площадки, оборудовали тротуар вдоль дома и зону отдыха с лавочками и дорожками. В этом году жители хотят поставить здесь ограждение. И впервые будут участвовать в новой программе «Инициативные проекты». Мы давно мечтали, чтобы дом все-таки был на территории вот этого пустыря именно жилым комплексом, а не просто одиноко стоящим домом. И давно витало в мыслях решение, что эту территорию нужно огородить. Но единственное, что это достаточно масштабный и дорогостоящий проект, поэтому в рамках программы поддержки местных инициатив его решить было невозможно. И спасибо нашему государству, что возникла новая государственная программа. Деньги на реализацию проекта будут выделены из городского бюджета. Свой вклад должны внести и сами жители. Доля средств от населения не менее 10%. В этом году у нас на территории Московского района реализуются 3 проекта на 3 дворовых территориях. Уже реализован в Центральном районе 1 проект. Поэтому призываю всех жителей города Твери, которые неравнодушны в первую очередь к своим дворовым территориям, принимать участие в данной программе. Город готов поддержать. Администрации районов дадут консультацию и помогут подготовить необходимые документы всем, кто к ним обратится для участия в программе инициативных проектов. Каждый проект будет оценен определенным количеством баллов. Прием готовых заявок для реализации на следующий год начнется уже в сентябре.